и там пики сильные, как-то лично мне не бросается явно какой-то драфт, что, знаешь, что он прям сильнее, чем другой драфт, поэтому давайте голосовать, друзья, у нас начинается карта номер один, второго матча сегодняшнего дня, последнего матча группового этапа. Пошка тут царь у нас, ВП, что есть телекинез, виспер, под, вот так вот, под виспера, по мипошке грантка бросается, и это прекрасный шанс, Ферик, но... Нот, не будет здесь спасения никого для мипошки. Ари против мипошки, мипошка нажимает фласку. Ему ее сбивают, но он готовится его убить, друзья. Он прям готовится его забрать, жмутся танго, но не получится этого сделать мипошки. И вторая смерть для мипошки. Здесь у нас Тимада. Тимада перекачался, нажал стики, но все еще эта сладкая парочка не сделала килл ни один, да? Team Spirit все еще не получилось пока. А может быть даже не то, что не получилось. Может быть, что и не сильно хотят они. На Себы нападают. Мирослав здесь соло пытался убить. Да горит ли он? Копье. И кто умирает первый? Себ. Мирослав получает здесь. Не, ну вы знаете, если, к примеру, такая ситуация, да, если Лордара пикает, к примеру, ну потом говорим, забирает у нас здесь Себа, но приходит подкрепа. Кастрюлька прилетела, минус есть Мирослав. Ларри нажимает телепорт, без его никак не убьет и улетает. Так вот. А, ну тут они вместе его пинали, да, и Тимад, видимо, адаптил его и перекрыл. Да, 5-2, тяжелое начало для команды Team Spirit. Очень тяжелое, здесь опять печеньки нажимаются. Скейтер Бласт, Чекрам полетел. Мирослав пытается пробить курьера, не получается. Его накрывает, забирает также 6-2 OG. OG не зря, эта команда находится у нас в лидерах, да, этого турнира. Кстати, наги, что было такое? Тоже споры были, можно ли этим пользоваться, не можно, непонятно. Нападает на мипошку, мипошка, чакрамол допилит, конечно, здесь. А какая смерть у него уже? Пятая за 10 минут, божечки-то мои. Да. Врыв, арена, копье. Арит спанули, вейпор террор, прыгают на Ари. Ари забирают чакрам. Коллапс, есть свап, Безем пытается уйти. Пытается погоня за мипошкой, начинает, забирает мипошку. Минус мипоха, разменчик один в один, ну, он будет в плюс команде Team Spirit. Так, здесь что? Мипошка умрет, свап, но умирает. Есть хороший дримкой, вроде как, нажимается, есть копье. Можно виспера забрать, забирает виспера, прекрасно, команда Team Spirit, это хороший размен очень. Но главное, теперь всем нужно уйти отсюда, да, кто остался в живых, там сбоку нападает на кого? Там подали у нас на Себа. Здесь копье по Тимаде. Просто его стыли, конечно, с ним ты ничего не сделаешь. Ятора стоит у нас в виде живого варда. Опа, его увидели. Ну и Себ там отступает. На этом все. Тут копье, друзья, поймали Тимада. Что, Тимада бо... Ой-ой-ой-ой-ой, манавоид фулману. Это был косяк. И в итоге дримкой ворованный от Рубика царств сейчас был. Прекрасный, пятерых героев, да, паку в таком дримкоре только можно мечтать. И... если вы смотрите много доты, профессиональные антимаги на Бруссене, они очень быстрые. Здесь Мирослава пинает, Мирослав прячется, чакрам, нет, не прячется, мегакилл. 15-4, как же они их возят, а? Тут на Етора выходит, Етор нажимает контр. Спел. Виспер, там команда далеко у него. Арена копье неудачно. И коллапсика свапают, ну хотя бы так, окей. Сложно. Сложно очень. Для команды здесь Team Spirit. Очень трудно, там сбоку поймали коллапс. Залетает вейформ, Тимада минус коллапс. Их там вообще безумный просто урон. Ну, нужно тянуть. Вроде пока база стоит, живые, здоровые. Ой, ой. Как-то легко, да, он с ним справляется. Очень виспит здесь. Под базу. Поддавливают. Врыв от виспера. Неудачно. Дримкой получится ли кто убить здесь. Ветра. Все в порядке. И пока что у нас виспер здесь выживает. Есть дизрапшн. Еще, друзья, один под сейф у нас. Там Мирослав отправляется в таверну. Виспер они все-таки добили. Там Ятора у нас, да, это сделал? Да. Ятора, но, возможно, цены своей жизни нет ни ценой. Ятора живет пока что. Выживает. Нажал он лоттусы. Понял, кто дал ветра по нему. Похоже, коллапс это сделал, друзья. Мы отмотаем, посмотрим. Просто виспер дал шанс спастись. А, возможно, и нет. Минус коллапс. Ошибочка. Мортира полетела. Ворованная, да, Рубику мортиру, вот что-что, а мортиру очень легко своровать. Если видно снэпфайр, да, она там стоит, бьет же ее. Ты ничего больше не кастанешь, и вот Ариам выдает. Крипы подходит, будет кончится, и в принципе Тимада вполне сможет сломать сторону. Первую, да.
А у него ломает ее. Опа, она на хек сажает Ларри. Там слабчик, но слабчик Тимбер. Они слабнули Тимбер. Не самый лучший, возможно, для этого герой. Хотя... Но Тимада с Аегисом. Ей слаб. Нас слабнули Безема. Безема выживает. Класс нажимать ветерана себе. Пока что живет. Там поймали. Бьют Ятора. Ятора блинк уходит. Здесь копье. Пригвоздило оно Виспера. Виспер. Печенька снимается Аегис. У нас Тимада. Но умирает Виспер. Минус Виспер, друзья. Там падает Ларри. До свидания, Тимберчейн. Мановойт. И минус будет Безем. Вейформ падает у нас Мипошка. Он выкупает в игру. Сеп, Глиммер уходит под Ятора. Тимада за Ятора будет 16. Тимада, блинк есть. Блинк есть, что имеется. Нужно бить, пытаться Тимада. Тимада, мана кончается у Тимада. Но Ятора в итоге понимает, что будет сложно. Да, бояться Марфа. А, погоня дальше. Вне ошибка ли это ворованное копье от Рубика? Рубик! Ой-ой-ой-ой-ой, что делает у нас он? Это минус Ятора, Мимпошка после байбека. Ятора, друзья, без байбека, это будет сейчас минус сторона. Фактов там, вот Орч там у него, да, вот блинк. Он такой мягенький вроде, вот он врывается, вроде бы и дает хороший импак, но очень быстро засыпается. Середка этот. Но главное, что Тимада. Миру, мира. Пока что выживает, там скитербласт у нас. И спирит и все, отдают интрит в сторону, все. Друзья, сторона упала, пала она, это мега-грипы, сейчас сюда пойдут, спириты без боя ее отдают. Врывается на Ятора, Ятора контрспел, живет на него Хекс после контрспела, слаб, прекрасная Мипошка, есть арена, есть копье. Ятора вперед залетает, начинает бить Тимада, но его свапает Рубик, да, и это минус Ятора. Спириты без байбеков, там или в КД, или не хватает денег, и им в итоге рассыпают, спирит 1-0. 1-0, очень уверенная победа для команды OG. Молодцы, OG. Это была хорошая карта от OG. Правда, они заслужили ее явно. Так, ну там шторм. В общем, парни, честно, не знаю, в общем, не хочу, знаете, ничего говорить здесь. Лучше промолчу по драфту. Мне интересно, что скажете вы. Вот это более интересует меня. Что же скажете вы, уважаемые мои любимые зрители? Давайте. Ой, ой. Вы мне про Авито рассказываете, а у нас здесь убили... Себу, посмотрите, Мирославу сделал такой вот килл, соляру залил. Видимо, Себ туда не подрасчитал, недооценил. Пока остается 1-0. Ятора, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опять килл здесь, только хочу посмотреть, что происходит на боте. А они тут, смотри, под копьем насадили на шампур Тимада. Тимада у нас без рейджа, и ничего он сделать здесь не смог. 2-0, он с ним гоняться, но... Дело в том, что у него же нет реактив армора здесь, да, и можно его забирать. А тут у нас убивают Безема, 61, 6 бит. Слушайте, парни, на самом деле вообще уже не смешно. Я пропустил 5, наверное, киллов из 7 просто на этой карте. Да, только куда-то наблюдать начинаю за чем-то, за кем-то, и происходит убийство где-то. В общем, я буду следить более внимательно. Вот сейчас попадает на Мипошку, у нас Мипошку поймали. Подходит сюда Виспер, ох, там под деревьями, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, накрывают его. Ну, в общем... Посмотрим, здесь у нас забирает пока что Ари, Ари накрывают, там нападают на Яторыча, Ятора живет, но он на кресте, друзья. Ари-то убить убили, но сейчас же могут Ятора отдать здесь команда Team Spirit, и они его отдают, минус Ятора, как в июле. Так, Вортекс нажимается на Себа, Себ улетает пока что. Че в июне, че в июле, короче, летом, там точно дат пока что еще не дали, точно дат еще нету. Здесь врыв залетает. Безем, Мипошка, разлом, полетел. А есть крест, есть корабль. Падает Ари, стоит яичко. Есть арена от коллапса. Они будут драться в этой арене. Да, после взрыва яйца, но там вылетает Тимада. Заливает Себа, вылупляется. Немножко Себа он подхилил, прекрасно. Без маны практически находится Ларри. Не хватает ему спуститься на лоу-граунд. Минус 2, дальше погоня за Мирославом. Чакрам, не хватает. Ну, но... хорошо. Здесь врыв будет, ой, копье неудачное, и получилось не очень. Как бы сейчас только тут... Торрент в КД. Торрент в КД, он там хостом, но на этом все, друзья, будет. Тут крест, это не крест, а врыв от Ларри. Крест как раз таки сейчас будет. А там мана еще есть, задоджил. Он не задоджил, он его не задоджил, но и не взорвался он на супернове. Но все равно он практически без маны. Хватит ли на ХГ зайти, не хватает, и вот это хреново. Друзья, вот это уже... Да, хреново. Тут Виспер залетает сбоку. Чакрам пропили пока что Виспер. Там Найтмэр. В итоге Мипошка, Тимберчейн. И Мипошку у нас забирают. Короче, они еще не 100% вылетают. Но это будет очень близко.
если вдруг сейчас спириты проиграют. Здесь Лария нажимается, Вортекс полетел, Ария. А Ари Санрей, Ари пока что живет, убивает Виспера. Но вот хорошо, там был стрик 6 киллов снят командой Team Spirit. Получается, вылетают и Спирит, и Гладиатор, экстрим проходит дальше. Поэтому сейчас нужно болеть за Тундру. Здесь врыв на Себа. Себа забирают. В общем, все очень туманно для Team Spirit. Здесь нападает на Мипошку. Мипошка больно. Пытается уйти. Брейнсап на него. Забирает Мипошку. Замечательно. Замечательно. Но все равно классный был килл Виспера. Очень, видите, как он поднял экономику команды Team Spirit. Еще вот так вот. Блин, мана кончается уже. Они его не нашли. Слушай, они его не нашли, но им есть чем за ним дальше двигаться. Да, есть Виспер, он его сейчас будет мониторить. Так, Креза, дождь ли он? Так, живет, но... Тут слишком много. Это хреново. На бот втягиваются. А, нападают на Виспера. Виспер БКБ. Выбили из него БКБшку, отойти. Отойти, выманить их под вар, под свой сюда. Вот, и выждать БКБ. Там еще подлетает БКБшка, готовая у Лари. Как раз таки врыв. Пошел. Вортекс есть. Безем. Там тетверит на Лари. Нажимается. Безем, он больно. Эклипс его разбивает. Тимар залетает на Рейджей. Пошел бить героев, но что-то не сильно его чувствует пока что. Пролетает и ставится яичница. А яичко бить будет? Нет, не будет. Мирослав. Витраж, что Фриам у него в КД, скорее всего, умрет. Миро пока не добили, пока бежит. Достает у него Икару, сам прожигает его Феня. Размен пока что один в один. Тимат на Ятора, Ятора уже без БКБшки. Ятора пинает, Ятора дерется. И что-то как, помогите ну, Тимат его добить, друзья. Помогите его добить, добьет, скорее всего, его. И да, Тимат добивает, там Виспер нападает на Эпоху, нажимает Витра. Пытается уйти и уходит. 2300, еще 10-8. Здесь напрыгивают, нападают на кого? Нападают на Виспер. Виспер живет. Там Виндвейкер укатывается. Пока что коллапс. На Ларри нападает. Ларри пока что уходит. Виспер Чакрам отошел. Есть там Спирит у нас пока что от Себа. Тут Крест от Безиема. Корабли полетели. Ветрами задоджили все это дело. И живут. Тут Виспер далеко пошли у Джи. Будто бы они там ведут, знаешь, тысяч 10. Но нет. Парни, вы, мне кажется, свои силы переоцениваете тут. Увлекается OG, поймает ли кого-то из них сейчас Team Spirit, поймали Тимада. Рейдж 5, это что с копьями-то такое, а? Там и Nightmare был все равно, но копью-то опять мимо у коллапса у нас. Забирает Тимада, забирает Виспера, прекрасно, Team Spirit нападает на Себа. Себ улетает на Икарусе, за ним погоня, нет, погони не будет. Минус 3, ловят BZM, BZM в таверну также, и это трибл килл для Яторыча. И минус 4 для команды Team Spirit, в общем, прекрасно, Спириты. Так, врыв на Виспера полетел. Больно Виспер очень. Виспер в таверну. Ятора забирает убийство. Найс. Дальше вперед. Ларри на себя нападает. Себя улетает на Икарус. Виспер выкупается. Это еще плюс огромный удар по экономике команды OG. Тимада там на рейдж нажимается. Все, отойти. Отойти немножко сейчас нужно. Но у него же будет еще БКБ. Тут подстрял немножко Мирослав. Но он будет жить. Полетел Тореншторм. Еще очень важная кнопка минус. Минуточку. Ветра. Задоджен Торрен. Все нормально. Тайтбрингер больно. Там Найкс. Да, их заходит. Мирослава, помощь к ним, парни, нужна. Шедов Реалм. Жить, жить. Но там же выжигает. Да, друзья, Радик его забирает. Нападает на Ларри. Он БКБшку пытается уйти. Отступает. Погонит OG за командой Team Spirit. Нападает на Мипошку. Пинваунс нажимается. И... И что? Мипошка. Минус Мипошка есть. Минус 2 саппорта оформляют OG. Ой-ой-ой. Спириты вроде бы делали все правильно, да? Выманивали OG. Выманивали они аккуратненько, чтобы... Ставить. Поздно ты проснулся, Тайлер. Как говорится, не хрен спать, а здесь врыв. Виндвейкер пытается у нас уйти коллапс. Пока что отступает. Отошел. Отошел. Ларри. Уходит подальше, там Тимберчейн от Виспера у нас прыгивает дальше. Погоня за Мирой, Мира в шедов Риам, БКБшка жмется, Эклипсы. Ну а вот и нагоним. А вот и нагоним, и Фенгрип, и Яйцо, и Санрей жжет, и больно. Ятора умирает, ой-ой-ой-ой-ой, они с ним очень круто сейчас справились. OG, браво, дальше погоня за коллапсом, коллапс пытается уйти, но его тоже ловят, там Найтмер, там Крест, там все, и Хастомп. Ну неплохо, но там Крест работает, прыгает на нем Виспер, и он его сейчас, конечно, здесь распилит на части. И это отыгрывают серьезнейшее сейчас, да, отставание команда OG. Конечно, пока еще не полностью, но часть такую львиную долю, да, они уже отыграли. Это что такое? Нос БКБ. Нос БКБ, что, не хотят драться здесь, что ли? Интересно.
Интересно, вы чё? Ну, благо там физгриппа сейчас нету, ему не забьют телепорт никак. А вот Мипошку поймали. Там Мира умирает, божечки спирита, что ж такое-то? Чё ж вы ж все по одному по всей карте, мужики? Ну как же так-то, Мипошка тоже сейчас останется, конечно же, тут. Торрент по Мипошке, минус Мипошка на базе. Начинается файт, команда OG уже вгрызается в вышку тир-3. И она упадет. И после падения бараков сейчас будет полностью уже отыграно по нетворсам. По шансам там уже, посмотрите, друзья. Все, полетели они. Все еще здесь. Итак, что по кнопкам у них? Яйцо есть, Торрент-шторм есть. Здесь у нас минус арена. И OG Buda будет подниматься. Поднимается, прибутырили коллапса. Минус коллапса. Минус коллапс, друзья. Команда OG ломает пока что сторону. На вторую, да, помню, мид они вскрыли. Уже напрыгивают на кого? На BZM, Nightmare, но там Eclipse, там БКБ нажимается. И Тимада Infest нажимает. Прекрасно ставится яйцо. Санрей выкупается коллапс в эту игру. Обратно Тимада спасает своего мидера. Но они очень красные. Их можно здесь сейчас бить, да. Они очень красные. Их можно убивать. Нападает на Тимада. Тимада Infest еще будет 5 секунд. Убирает Тимада. Прекрасно. Дальше врывается. Нападает у нас на Виспера. Виспер Тимберчей нажимает. Забирают Виспера. Замечательно. Дальше пошли на Безема. Безема поймали, убили спирита. Ну, ёк-макарёк, а. Как же вы заставляете нас нервничать. Минус. Тяжелейшая дота у нас идет здесь. Врыв. Пошел. Принимают у нас кого? Феню, Себа еще. Добить его, парни, нужно. Давай, гаси эту птицу. Гем выбиваю из него сюда, еще один килл, и Ятора бежит, друзья, уже сейчас немножко шелохнуться вперед, ты уже падаешь в обрыв этот, да, с турнира с ИСЭВа, падаешь в этот, в самолет, да, и домой летишь. OG в пятером стоят. Стоят, наблюдает, Тимада нажимается рейдж, что начинает вот эту на иллюзию, поймали на хек, шторма, не страшно, там... В общем, один Виспер сбоку. Врыв на BZM. Арена, копье, Eclipse. Адьос, амигос. Он с байбеком. Он единственный с байбеком команды OG. Тимада тоже очень близко к баю. Там остается копеечки. Ему BZM выкупается. Финс грит на Ларе, но его никто не бьет. Его только щекотает Ари. И все, ману высасывает. Витора больно. Витора есть БКБ. На него нажимается Виндвейкер. Главное, нажми БКБ, пожалуйста. Яторушка умирает. Умирает. Ятор не жал, он БКБ. У него есть байбек. Что будет делать Team Spirit сейчас? Team Spirit пока непонятно, что будет делать. Это, конечно, гоним от Найкс. Это просто геморрой огромнейший. Минус Мира. Мирослава забирает, нападает на Ларе. Ларе без мани. Он спасается. И кастомп. Нет. Нет, нет, нет. И кастомпа, друзья. И Мипошка тоже сейчас может здесь подставится, минус Мипошка, Ларе уходит. Уходит, там ему нечем было, видимо, сбить. Не доставал Бэйн, Нейтмэром, скорее всего. Но это прекрасно для спиритов. Это прекрасно. На Айгс, друзья, без Айгса. Айгсом у нас будет BZM, который выкупался в прошлом замесе. Тимада с байбеком. Рефреш не положили, Фениксу отдали. Да, неплохо. А здесь Хекс. А здесь Хекс. Вортекс Аганин полетел. Прекрасно. Виспер больно. Минус Виспер. Тимада бьет. Стоит яйцо. Яйцо можно разбить. Отбивать яичко. Два удара сделают. Все, пробили его. Тимада вылупляется. Минус 3 делается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Минус Мира. Минус 4. Ой, пиздец. Выкупает спирит, друзья. Выкупается. Есть байбеки у спиритов. Они возвращаются. Нужно убивать всех, пытаться всех ловить. Всех ловить, всех ловить, друзья, выкупаемся все. А вот у OG нужно просто бежать, но они врываются в бой. Коллапс, сбирает коллапс, он без бая уже. Но там Вортекс, минус Виспер, BZM поймали. Он с Найксом внутри, BZM бить, 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 он без бая. Ну бить его, парни, без байбека забирает BZM. Он нападает на Тимада, Тимада поймали, есть по нему кекс. Копье в Тимада залетает, Тимада, Вортекс и Бим, и урон с руки, минус Тимада, он с баем. Но... Виспер без бая, без бая BZM, без бая птичка и с баем Ари. Да, на птичке у нас, боже мой, Сеп играет, конечно же, как же я мог забыть Себа? Сеп... Пока что Тундра игру не проиграла. Дальше перетягиваются на спирит. Поднимается в трон, в трон, в трон, в трон, в трон, в трон. Пожалуйста, там трон, головы. Их двое, вас пятеро, их двое, вас пятеро, их двое, вас пятеро. Пожалуйста, трон, все, хорошо, бьют. Бьют, глиф есть, он не спасется. Это все, это ГГ. Это все, это ГГ, друзья, до свидания. Тимат нападает на Ятора. Ятора отправляет его в ветра. Тимада умирает, все, все умирают, GG. Ух, бля. Гладиаторы вылетают, друзья, получается, да, у нас сейчас? Получается, да, гладиаторы у нас вылетают.